Так, делаю видеообзор двухспальных апартаментов свеженьких на ЛМАИ. Начинаем с санузла. Санузел в полном порядке. Стоит меньше, что он один только. Заходим в главную спальню. Так она выглядит. Большая кровать, кондиционер. Есть сейф. Вот здесь будет телевизор. Сейчас его пока нет, потому что тут еще пока никто не жил. Вот. Есть выход на террасу, с террасы есть вид на море, но мы до нее дойдем еще. Кстати, всякие подушечки, вот разные прибамбасы для диванчика, они, короче, есть, их можно использовать. Вот, поэтому с террасы все окей. Идем дальше, здесь есть еще одна спальня. Здесь, он говорит, хозяин еще не засох бетон, поэтому он не застилает. Вот. Вот так она выглядит. Есть кондёр. И есть вот такой вот шкафчик, куда можно вещи положить. Есть вентилятор. Окей. Гостиная с кухней хорошо оборудована. Даже если сейчас вы не видите ложек, вилок, это не значит, что их не будет. Они обязательно появятся. Телевизор. И вот видим, как терраса выглядит. Терраса выглядит хорошо, есть вид на море, очень просторно, классно, зелено. С вами был Лев с компанией Балтимор.